Алло. Камень у тебя? Сама посмотри. Тебе все еще нужно доставить его мне. Где же он? Я же его сам туда засунул. Это не мой медведь. Не может быть! Эй, привет, дружище. Познакомься, это Макс, охранник. Ни один похититель игрушек не пройдет. И где этот дурацкий рубин? Он очнулся. Прямой массаж сердца не нужен. Отставить! Сестра, продолжайте пикать. Ой, ой, извините. Пип. Все ясно. Пип. Я еще в отключке. Обалдеть! Живые игрушки. У одного из этой толпы рубин. И я должен достать его. Игрушки, мы на задании. Поможем Максу. Первый пошел, второй, третий. Поверните направо. Она знает все на свете. Я влюбился. Батя, ты и маме очень нравишься. Тебе предстоит сложный выбор, Макс. Рубин или дама сердца? Какие чудесные сапожки! По магазинам потом! Где мой рубин? Я что, дверь не закрыл? Игрушки ожили! Он может все объяснить! Кто? Я? До встречи!